Это наш гималайский мир. Площадь Ленина, наконец, приобрела привычный для хабаровчан новогодний облик. Появились ледовые фигуры, над ними работали молодые скульпторы. Они разработали новую концепцию ледового городка, которая объединила в себе символику всех районов и городов края. Ну, посмотрите, QR-коды, которые ведут на странице района. Все они подсвечиваются, гербы всех 17 районов и двух городов. Узоры мы видим коренных малочисленных народов севера. Это наше культурное достояние. 20-метровая елка в этом году в шарах цветов российского триколора и детских самодельных украшениях, которые победили в конкурсе «Операция «Новогодняя игрушка». Участвовало около 500 детей, выбрали 50 самых лучших, и они сейчас находятся на елке за моей спиной. Это действительно произведение искусства. Очень сложно было выбрать. Изначально у нас было заявлено, что 20 победителей получат подарки от губернатора края, но выбрать там невозможно, поэтому получат все 50. Ставший уже традиционным Амурфест также нашел место в новой концепции. Чтобы гости могли согреться в небывало сильный мороз, на площади установили корнеры. Здесь есть чай, выпечка и сувениры от местных мастеров. Мы будем масштабировать это дело. Здесь должно быть 20-30 таких вот сезонных деревянных павильонов, чтобы все наши люди, кто занимается народными промыслами, сувенирной продукцией, может быть, даже кондитерскими изделиями, могли здесь вот продавать. И музыку нужно обязательно. Обязательно. Еще одно небольшое, но значительное изменение. Горки на площади стали более безопасными. В этот раз их сделали разной высоты, чтобы угодить посетителям любого возраста.